Очередной приветик. И сейчас специально для Анны я покажу дорогу сквер к Адоевскому или Адоевскому. Кому как нравится. Извините, конечно. Итак, вот колораж. Кстати, смотрите. Видите? В этом доме жил герой Советского Союза, летчик-истребитель колораж Дмитрий Леонтьевич. Октябрь 1942 года. Вот. К сожалению, домик не сохранился в полном объеме, но тем не менее. Итак, мы с вами идем по улице Колораж. Специально вам показываю. Это дорога к морю, единственная дорога к морю для автомобилей по прямой. Еще раз ориентирую, вот там вот железнодорожный мост. Вот там вот море. Итак, мы с вами идем по улице Колораж. Доходим до вот этого красивого домика, арка. В летний период здесь вот будут стоять большие-большие буковки Лего. Вот, переходите, можете не переходить. И идем не к морю, а поворачиваем налево, мимо Лего. Идем в сторону больницы. Лазаревской городской больницы. Вон автостоянка, видите? Надпись. Вот туда. По ходу движения вы увидите вот эту вывеску Владимир. Вот того вот дракона. Уже неоднократно показывал. Кстати, вон цветочки уже появились. Видите? Башня, как ориентир вам будет. И вот как только вы зайдете за башню, вы увидите вот эту хрень. Короче, вот сюда. Ну, тут по-прежнему ничего не убрали. Вот сквер. Пушка правее по тропинке. Ну, думаю, вы сориентируетесь уже тут дальше. Вывод какой? Вот гостевой дом Владимир по улице Колораж. Как только вы его проходите, вы уже хотите не хотите того увидите сквер. На этом как бы наш самый короткий блок, наверное. Кстати, вот посмотрите, грецкий орех. Я его показывал, но не рассказывал. Я не знаю, сколько ему сотен лет. Но сколько я его помню, он был таким же большим. Или я был просто маленьким. Со вчерашнего дня здесь ничегошеньки не изменилось. Если вдруг вы не поняли, куда идти, обращайтесь. Я вам покажу, расскажу и объясню еще раз. Видите, идем обратно к улице Колораж. Башня, дракон. Тут уже это называется улица энтузиастов. С правой стороны энтузиастов. Три. Вот, видите? А с левой Колораж 14. Парадокс. Нет, просто все это один большой двор. И он относится к улице Колораж 14. Точнее, к адресу Колораж 14. Кстати, справа тоже Колораж 16. Так что все правильно, не заблудитесь. А вот вам еще один ориентир, кстати. Нет, не собаки. Собаки это тут приходящие и уходящие. Я не Олег, не нюхайте меня, пожалуйста. Вот, вот эти вот арочки будут с качелями. Вот. Именно перед ними вы должны будете повернуть налево. Ну, а дальше мы уже топаем к морю. Хотя, я вам это уже показывал, мне это уже неинтересно вам показывать. Я, конечно, покажу это все. Кто тебе рассказал, слово покажу. Но уже, наверное, ближе к маю, к лету.
Дальше, наверное, смысла идти, наверное, нет. Все, всем пока. Хотя нет, специально для Анны и всех моих подписчиц вот эти вот красивенькие цветочки. Вот теперь всем пока.